Божьи слова на каждый день. Гораздо меньше отклонений в работе у тех, кто прошел через подрезку, исправление, суд и обличение. Выражение их работы гораздо более точно. Те, кто полагаются в работе на свою естественность, совершают довольно крупные ошибки. Работа несовершенных людей – выражает слишком много их естественности, что становится серьезным препятствием для работы Святого Духа. Как бы хорош ни был духовный рост человека, он тоже должен пройти через подрезку, исправление и суд, прежде чем сможет исполнять порученную Богом работу. Если он не пройдет через такой суд, то его работа, как бы хорошо она ни делалась, не может соответствовать принципам истины, а будет лишь продуктом его собственной естественности и человеческой добродетельности. Работа тех, кто прошел через подрезку, исправление и суд, намного более точна, чем работа тех, кто не был подрезан, исправлен и судим. Те, кто не прошел через суд, не выражают ничего, кроме человеческой плоти и мыслей, смешанных с доброй долей человеческого ума и врожденных талантов. Это не является точным выражением человеком Божьей работы. Тех, кто за ними следует, привлекает их врожденный уровень, поскольку они выражают слишком много человеческих прозрений и опыта, почти не связанных с первоначальным Божьим намерением, и слишком далеко от него уклоняются. Работа человека такого типа не может привести людей к Богу, а скорее приводит к нему самому. Итак, те, кто не прошел через суд и обличение, непригодны к тому, чтобы выполнять порученную Богом работу. Труд полноценного работника может вывести людей на правильный путь и дать им более глубокое вхождение в истину. Его работа может привести людей к Богу. Кроме того, работа, которую он выполняет, меняется в зависимости от личности и не связана правилами, но позволяет людям выйти на волю и обрести свободу, а также способность постепенно возрастать в жизни и глубже входить в истину. Работа недостойного работника полна недостатков. Его работа глупа. Он может привести людей только к правилам, а то, чего он требует от людей, не меняется от одной личности к другой. Он не учитывает в своей работе реальные потребности людей. В работе такого типа слишком много правил и доктрин. Она не может привести людей к реальности или нормальной практике жизненного роста. Она может лишь научить людей придерживаться нескольких бесполезных правил. Подобное водительство лишь сбивает людей с пути. Такой человек приведет тебя к тому, чтобы ты стал похож на него. Он может привести тебя только к тому, чем обладает и кем является он сам. Ключ к тому, чтобы последователи могли различать, достойный у них лидер или нет, посмотреть на тот путь, которым их ведут, и на результаты работы, и увидеть, приобретают ли они принципы, соответствующие истине, и встают ли на путь практики, подходящий для их преображения. Тебе следует различать разную работу разных типов людей. Не следует превращаться в слепого последователя. Это сильно сказывается на вхождении. Если ты не способен различать, чье водительство имеет путь, а чье нет, тебя будет легко обмануть. Все это имеет прямое влияние на твою собственную жизнь. В работе несовершенных людей слишком много естественности. К ней примешано слишком много человеческой воли. Их суть – естественность, то, с чем они родились. Это не жизнь после исправления и не реальность после преображения. Как может подобный человек поддержать тех, кто стремится к жизни? Та жизнь, которой изначально обладает человек, состоит в его врожденном уме или таланте. Такой ум или талант слишком далек от того, что именно Бог требует от человека. Если человек не был усовершенствован, а его развращенный характер
не был подвергнут подрезке и исправлению, то между тем, что он выражает, и истиной, всегда будет пропасть. К тому, что он выражает, всегда будут примешиваться такие неопределенные вещи, как его воображение и однобокий опыт. Более того, независимо от того, как он работает, люди чувствуют отсутствие общей цели и истины, необходимой для вхождения всех людей. Большая часть предъявляемых к людям требований находится за пределами их возможностей, их заставляют выполнять то, на что они не способны. Такова работа человеческой воли. Развращенный характер человека, его мысли и представления пронизывают все части его тела. У человека нет врожденного инстинкта притворять истину в жизнь, нет и инстинкта напрямую понимать ее. Если сюда добавить развращенность человеческого характера, то не вызывает ли это препятствий, когда подобный человек естественного типа совершает работу? Но тот, кто прошел через процесс совершенствования, имеет опыт истины, которую следует понять людям, и знает развращенность их характера. Поэтому неопределенное и оторванное от реальности в его работе постепенно сходит на нет. Человеческих примесей становится меньше, а его работа и служение приближаются к стандартам, которых требует Бог. Следовательно, его работа вошла в реальность истины и также стала реалистичной. Работа Святого Духа блокируется, в частности, мыслями человеческого разума. У человека богатое воображение и здравая логика, а также есть большой опыт решения разных вопросов. Если все эти его аспекты не подвергнуть подрезке и исправлению, они станут препятствием в работе. Следовательно, работа человека не может достигнуть величайшей степени точности, особенно работа тех, кто не прошел процесс совершенствования.